В Ульяновском краеведческом музее открылась новая экспозиция. «Ретро-3D» – это авторская фотовыставка, объединяющая историю и современные 3D-технологии. На ней представлен один из популярных видов досуга 19-20 веков – это стереофотография. Увидеть экспонаты во всей красе помогает стереоскоп – бинокулярный оптический прибор для просмотра стереокарточек. Он имеет сдвоенную конструкцию, каждая половина которой предназначена отдельно для правого и левого глаз. Экспонаты иллюстрируют несколько сюжетных линий. Курорты Северного Кавказа царских времен и моменты из жизни Льва Николаевича Толстого соседствуют с американскими семейными фото. Не обошлось и без шедевров мировой архитектуры. Вот, вдобавок, выставка оснащена интерактивом, где каждый может посмотреть представленные на выставке стереопары через стереоскопы. И на выставке есть фотозона, где каждый может сфотографироваться со стереофотоаппаратом в одежде конца 19-го, начала 20 века. Все экспонаты предоставил музею коллекционер из Ставропольского края Валерий Кругов. Выставка будет работать до 7 ноября. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов. Улправда ТВ.